Наказываем справа. Унитаз какой-то получается. Сравнивая с его Волгой, ну, не намного, это здесь и меньше места. Нормально, на пятачке. Молодцы! Да ну нафиг, первая ушла. Поворотики четко входят. Наказываем справа. Реально валит. Серфил недавно интернет, искал какую-нибудь интересную тачку, чтобы было за недорого, в районе 50 тысяч, на автомате желательно, ну и чтобы не дырявая была. Так, ну кто со мной на светофоре встанет, кто смелый? Есть такие вообще в этом городе или нет? Пока все боятся со мной вставать. О, вот он, есть один кандидат. Все, погнали. Не обгоняй, обидно. Как он ушел от меня? Ну, видели? Первые метров 10 я уверенно же шел вперед. Шел к успеху. Ну, давай, малышка. Подъем 2 градуса. Полный вперед. Так, ничего, нормально, вальяжно вообще. Опа, приехали. А как насчет гаражного бездорожья? Какую-нибудь тачку приобрести, интересную какую-нибудь машину, чтобы поугарать, покататься там, поснимать видосики про нее. Так, чик-чик-чик, здесь что-то ремонтик какой-то. Чувак хочет в гараже жить, походу. Обустраивает там все для жизни. Так, вот эту голубятню не раздавить. Так, я направо. Все гремит, конечно, как колотушка, вот, но едет, повороты входит неплохо, весьма и весьма. Кстати, надо будет как-нибудь заправиться для разнообразия. Вот, заправочка тут есть. Накат тоже неплохой у машины. Так, газ отпускаешь, идет достаточно хорошо. Опа! Погнали! Ни хрена она валит! Смотрел, смотрел, и тут попалось мне одно объявление интересное. Поехал я ее и купил. Тачка на автомате за 40 тысяч. Очень интересная. Кстати, вот она. Вот это. Не это, а вот это. Нормальная тема.
По этой машине хочу снять вообще обзор подробный. Именно даже не по этой модели, а вот именно по этой машине. Потому что от первоначальной модели как бы здесь внесены уже множественные изменения путем внедрения всяких жигулевских запчастей, ну и прочих запчастей отечественного производства. После покупки я еще раз убедился, что не зря выбрал именно такую модель, потому что машина привлекает прям внимание на дорогах. Все смотрят, там люди подходят, там ее фотографируют, спрашивают, чего, как, куда, что, откуда это вообще, что это вообще за создание такое. Вот. Я, ну, как бы говорю так кратенько, что кейкар, там, сколько кубиков, сколько валит, до скольки разгонялся, стандартные такие вопросы. Вот, сегодня мужик один в гаражах подходил, сосед, в довольно такой плотной комплекции, попросил посидеть, вот, я ему как бы разрешил, но он сказал, что, в принципе, сравнивая с его Волгой, ну, намного это здесь и меньше места. Так что жить можно. Драйв. Ну-ка попробую вальнуть. О, так она еще и валит. Сейчас мне нужно съездить в автомагазин за баллончиком синим. Потому что передние крылья машины не в цвет, они черные. Вот. А для постановки на учет надо, чтобы машина была в одном цвете, насколько я знаю. Иначе доблестные сотрудники, доблестные инспектора вежливо попросят. Вот. Я хочу подготовиться заранее. Сейчас поеду, куплю баллончик. Кстати, он в Ашане может быть. Ну ладно, ничего, прокачусь. Пацаны угорают. Надо фары включить.